борьбу за право стать лучшими в плавании на призы Деда Мороза вступили почти 400 молодых пловцов. Это спортсмены из Новороссийска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы и других районов Южного федерального округа. Турнир уже традиционно проходит на базе спортивной школы «Виктория». Эта спортивная база является одной из лучших в крае. Полнокровные чистые соревнования по плаванию любого масштаба могут проходить сегодня в Анапе. И мы будем стремиться к этому. Но самое главное, конечно, привлечь как можно больше наших ребят. Под пристальное внимание это все происходит с самого высшего руководства Федерации плавания. И в частности, прям лично президента плавания России Сальникова Владимира Валерьевича. Он очень внимательно следит, как в Анапе развивается эта инфраструктура. Соревнования проходят в нескольких возрастных группах. Спортсменам необходимо проплыть 50 метров вольным стилем, брасом и баттом, а также 100-метровое комплексное плавание. Делегация из Ростова прибыла в Анапу впервые. Реконструированный бассейн «Виктория» теперь позволяет принимать не только городские, но также краевые и всероссийские соревнования. Гости отмечают высокий уровень организации. Очень хорошо и тепло встретили. Соревнования проходили на высшем уровне. И судейская бригада, и дети остались довольны. Разместили очень хорошо нас. И подарки понравились. И дети вообще в восторге от этого турнира, от этих теплых отношений к детям. Для многих пловцов эти соревнования не первые. А вот команда тренера Ольги Панкратова сегодня дебютировала и сразу призовые места. Воспитанники заняли достойное место в соревнованиях, так как у них первые старты. Я считаю, что это очень хороший результат для моих малышей, так как мы в начальной подготовке, у нас этап начальной подготовки еще. Считаю, что нормально, все прошло хорошо. Я плыла через «не могу», как говорит Ольга Николаевна. Я очень добивалась это все трудом большим. Хочу заниматься плаванием и стать тренером. Всего было разыграно 60 комплектов наград. В копилке нашей команды одна золотая медаль. Ее завоевала Злата Сницаренко, а также 3 серебряных и 7 бронзовых. В завершении соревнований главный герой праздника Дед Мороз вручил пловцам сладкие подарки и провел развлекательную программу. Руслан Душевский, Анапа регион.